Глава городского округа Люберцы выступил с ежегодным отчетом. Владимир Ружицкий подвел итоги проделанной работы за 2021 год и определил цели на ближайшее время. Подробнее в нашем сюжете. Вот уже 2 года мы живем в условиях пандемии, в новой реальности, в которой стараемся все вместе адаптироваться. Мы хорошо помним слова нашего президента. В центре нашей политики, наших общих целей и планов именно человек. Его запросы, его благополучие, качество жизни. Сегодня в условиях пандемии важен восстановительный рост экономики. За последний год положительные изменения произошли на рынке труда. Резкий рост безработицы пройден. На начало 2021 года на бирже труда в нашем округе стояло около 8 тысяч человек. Сейчас этот показатель уменьшился почти в 8 раз. Чтобы ускорить трудоустройство людей, развернута большая программа по подготовке кадров. Только в нашем округе по этой программе обучилось 216 человек. За год в округе создано 1561 новое рабочее место. 46% рабочих мест в округе приходится на малый бизнес. По итогам года в Люберцах зарегистрировано 226 новых организаций. Их налоги пополнили бюджет Московской области на 260 миллионов рублей. Выстроенный диалог власти и бизнеса – залог успешного развития экономики. Мы об этом помним, осознаем, что с целым рядом проблем бизнесу без поддержки не справится. Также глава муниципалитета заострил свое внимание на теме здравоохранения. Сейчас это по-прежнему самая загруженная сфера, принимающая на себя удары пандемии. 3 ковидных центра округа за год приняли 16,5 тысяч пациентов. Из них почти 2 тысячи – дети. Огромное спасибо нашим медикам, нашим врачам, которые 2 года живут и работают в крайне чрезвычайных условиях, при повышенной нагрузке и, можно сказать, на передовой. Медицинские учреждения округа были дооснащены спецоборудованием более чем на 500 000 000 рублей. Люберецкая подстанция скорой помощи получила 25 новых машин. На базе поликлиники номер 6 открыт центр амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром. Продолжается строительство новых лечебных заведений. Построена и готовится к открытию детская поликлиника на улице 8 марта на 155 посещений в смену. В микрорайоне «Самолет» идет строительство поликлиники смешанного типа на 600 посещений в смену и станции скорой помощи на 4 автомобиля. Мы это планируем в конце года завершить и открыть. Сфера образования также не стоит на месте. Для самых юных жителей округа на базе детских садов номер 15, 16 и 19 открылось 5 мини-садиков в микрорайоне Зенина. К началу учебного года были построены 3 школы на 3700 мест. Благодаря финансовой поддержке Московской области возведена пристройка к школе номер 59 в деревне Марусино. В следующем году в Люберцах появится новая школа на 825 мест на улице Урицкого, а также 2 детских сада на 360 мест ЖК «Самолет» и на 220 мест ЖК «Люберецкий парк». Владимир Ружицкий в своем докладе подробно разобрал достижения и планы всех основных сфер жизнедеятельности округа. Культура, спорт, экология, дороги и транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство – всегда в фокусе внимания главы округа. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.